Вовчик, привет. Привет. Ты хоть выспался? Ну нет. Нет? Но... Слушай, а почему мы с вещами стоим вот здесь вот во дворе? Нас выгнали из квартиры. Выгнали из квартиры, а кто? Домохозяин. Почему? Потому что мы сильно очень... Виталик сильно очень орал. Он сильно орал? Но и нас... мы теперь уезжаем подальше от Калининграда, нас здесь уже знают. Нас здесь уже знают, это точно. А куда мы поедем? Смотри, какие у всех лица. Все прям не хотят уезжать. Один Виталик веселый. Ему что орать, что камни бросать, ему все одно. Да? Куда мы поедем? Балтийский. Это где? Это рядом. Да, это рядом. Вот приехала наша машина, трансфер. Давай, заноси его к вещи, грузимся. Сейчас что ли, сестров-то уже, наверное, не встретишь, да? Ну, раньше, естественно. Ну, раз движения нет, то что бы. Видимо, это автобус тоже шла, да? Да, да, да. А вот справа будет комплекс казарм, сохранившийся вообще, хотя вот сюда, здесь были подводники, как называл их Гитлер, мои бородатые мальчики. Это Криксмарине, да, получается? Да, Криксмарине, да. Вот он целый комплекс, и у них тоже своя башня, наверное, тоже есть. Вовчик, засыпайся. Ну да, это идет новостройка, да, или уже так это все покрасили. Покрасили, да, стилизовали. Кирпич красит. Вот там тоже красиво, да, башня это, или церковь. Да, попасть только если контракт подписать. Да. Как у нас есть самый сохранившийся замок. Форт вот это, да, вот этот? Вот там пушки видно, да. Строили шведы, продали Пруссии, да? А теперь там наша воинская часть, да, получается? Что это за родина? Ну, вот такая вот она история в оживленных местах. Бывшая школа для девочек с кинотеатром, а теперь заброшена. Да. Здесь небольшой музей есть. Зенитки, да? Да, типа ДМФ посвященный. Ага. Или вон там. Ага. Сейчас православный приход. Да, переделали тоже, да. У нас, не знаю, процентов 80 всех православных церквей старых кирх. Ну да. Смотришь, вроде кирха, а внутри православный крест. А, вот, видимо, корабли, да, какие-то? Да. Вот, что спать. Так, вот паром. Вот это, да, вот. Вовчик просто. Ну, Петра Первого, я смотрю, прямо любят, только прям памятников. Да, у нас просто российскость пытается приявить местным, да, у нас же местная власть придумала такое слово даже. Ползучая германизация. Боятся, что мы немножко ползком в Германии ползем. Понятно, понятно. Поэтому Невский, Петр. Да, Елизавета там стоит, такая нет, она запрещала. А, да, нам говорили что-то про Елизавету, что-то нам говорили. Ну, в порту-то рядом не бывает чистой воды, да. Залив еще какой-нибудь пресновод. Да. Да. Ну, здесь мы тогда остановимся. Да? Прогулять. Ой, мы только проснулись, немножко заспанные, да, Васем? Ты тоже заспанный немножко? Только проснулись, наш трансфер закончился. Где мы, Вовик? В Балтийске, где на страже стоят наши корабли. Вот. На страже нашей родины, да, стоят корабли. Ну, видимо, не только корабли, но и лебеди тоже, да? Да. Васем, это какие лебеди? Морские? Да, вот мы стоим на пирсе, вот тут куча кораблей, вот туда вот дальше можно посмотреть. Вот такие вот. А там напротив памятник, смотрите. А тут вот памятники морякам. Центральная вот такая площадь у причала. Вот видите, там стоят такие береговые орудия, катер. Вот такое всякое. Привет, ребят. Привет. А где мы находимся? В порту. В порту? А что мы будем тут делать? На корабле поедем. Поедем на пароме, да?
Смотри, вот эти машины, это уже нам посадку объявили, да, на паром? А где наша машина? Нету? Наверное, там в очереди стоит еще? Да? Или мы без машины поедем? А как мы пешком? На паром разпускают пешком? Нет. Давайте тогда купим какую-нибудь простенькую машинку и на ней поедем. Вась, пройдись по этой улице, а выбери машинку какая-нибудь, может тебе понравится. Вот это? Ну пойдем купим. Вистула. Вистула. Вообще-то Вистула это что-то значит. Нида. Вот мы туда едем. Ага. Вистула. Ничего себе, какие корабли бывают. А там какие? Игорь Прокопчик, Калининград. Ну что, Вась, мы сели уже на корабль? Сели на корабль? А где машина все-таки? Где машина? Ну что, наша баржа отправляется, да, Васян? Как называется наша баржа? Эсминец Бравый, да? Этот корабль называется Виталий. Его имя такое есть. На нем вон флот, флаг даже военно-морской. На что похоже? Это маяк, видите, со светодиодами, с такими. А мы из порта выходим. Знаешь, Вась, сколько нам ехать? Ты же знаешь. Два дня. Два дня, да, ехать. Вовчик, какой город остается справа от нас? Балтийск. Балтийск? Помашем ему? Вась, ты знаешь про Балтийск теперь? Знаю. Как он назывался? Он никогда был немецким городом. Долинау какой-то, что ли? Спустя два дня на катере добрались мы до нашего гостиницы. Вот выглядит она вот так вот. Снаружи. Рассказывай. Сутка спустя два дня. На самом деле мы ехали 10 минут. Да ладно. А мне показалось два дня так долго. Нет разве? Две минуты. Да? Вот такая вот у нас полянка есть какая-то. Садик небольшой какой-то.